face look like a hippo, but yeah, girl got booty. Хоп хей, с вами Лену Сипой, и сегодня играю в Скайвас на Костяксе на карте СО6. Вообще не люблю эту карту, но мне приходится на ней, на других играть, из-за того, что один, в общем, ДЦПшник поломал СО7, не знаю, кто поломал СО13, он или кто-то другой, скорее всего, я думаю, кто-то другой, не буду утверждать, если не знаю. Вот, и теперь там, короче, нельзя играть. Уже почти всю неделю он сломан, и это плохо. Хорошие карты две. И обе не работают, причем. Я вообще соло 4 и 2 не очень люблю. Потому что, не знаю, там строится далеко. Хотя тут тоже, как-то на соло 4 там кактусы, об них бьешься, меня это бесит. Вот. И вообще, конечно, мне привычнее СО7. Вот так, нагрудник хороший, только я не помню. Да, у меня есть лучше. И, о, смотрите, меч хороший. Давай тогда все хорошие, все, классные нагрудники заберем. Так. Поднимаемся. И сколько у нас игроков? Трое умерло, нас осталось 5. Вот тот, у которого не кексик, я знаю, по-моему, в прошлой серии, что его видел, что-то знакомое. Мест я не помню такого. И больше вроде бы кого не знаю. Ути, это, по-моему, фейк вот этот. Он уже умер, неважно. Я имею в виду, из игры вышел. Вот, по-моему, это фейк не настоящий вроде бы. Я вообще не смотрю так Ути, просто знаю, что такой канал есть, он там снимает Майнкрафт. Вот, не смотрю. Чего? А, у меня вопрос. Он нафига ты кидал снежки, если как бы я, не стоял на краю, ничего похоже. Опасный парень. Он кидает мне снежки, не попадает. Вот это другой. Что, давай тогда возьмем. Так. Нет, в того я пока что пойти не буду. Стоп, что? А, класс. А почему он до этого не одевался? Странный какой-то чел. Ладно, давайте быстро попрыгаем. Вот сюда. Сюда. И я сама сейчас, на самом деле, как он сделал. Сделала так же. Это тупо. Ну ладно, в принципе. Давайте будем делать так, потому что я не хочу, чтобы она меня скинула. Это может вполне спокойно сделать. Вот даже сейчас спазмит на меня и будет тогда конец уже. Так, сзади вроде бы никого. У меня гардак лучше, конечно. Штанишки, стоп, есть лук, стоял, наверное, нет, да? Так пытается подойти, прям Син так пытается сделать. Так, это будет, надеюсь, изи. Да. Не так уж и изи, конечно. Пришлось попрыгать еще с моими лагами. С моим, в кавычках, мощным компьютером таким. Таким. Туплю. В таком, как у меня. Не сыграешь круто. Конечно, ладно. Все скоплю на новый комп. Пока что не хватает. Хотела, раз уж новый, то хороший купить. А не так какой-то новый дешевый, который будет еще хуже. Вон, да. Так, блоки. Блоков нет. Я повторяю мою ошибку в прошлой катке. У меня то же самое было и записывал. В общем, блоков не осталось, и я улетела вниз. Ладно. Я знала, что я не допрыгну, но надеюсь, потому что у меня не было выбора, блоков не было, так вот застояла со всех сторон. Я бы не долетела, если прыгну. О, ёшки. Так, давай тогда сделаем здесь так. Пока отвлечена, по-моему, эта девочка. В принципе, не важно, тут крафтяне ничем не отличаются.
Разве что скинами. И скинами я не знаю, как правильно на самом деле. Так, все. 60 стоял, найс. Я попробую попалить. А, нет, не попаду отсюда. Тупо было, ладно. Да. Вот тогда. Будем ставиться, ну вот так вот. Да и меня не скинули. Я не вижу, где. Ну так, как еще мне блоки получить? Тут есть где-нибудь кирка? Вот все. Так, что можно? Булыжник. Ну да, можно булыжник, в принципе, не копать. Потому что он за деревом, на дороге стало мне еще бегать. Так, что-то крафтит. Раньше с крысы, конечно, не покрафтит, что-то делает, а ну... Я не успею. Уже слишком поздно. Так, 6 блоков, неплохо, потихоньку. Поставилась, да. И давайте еще. Пока не хочу палить. Хотелось бы скинуть на самом деле ее, потому что ну, я не думаю, что я ее смогу садить. Тем более по моей броне. Конечно, у меня грудник хороший, но она вся в алмазке. И мне она не позубала, в общем-то. Так. Ну, логично. Как бы на записи они не очень заметны, то есть вообще заметно, прям почти это когда бывает заметно. Но меня сильно лагает, на самом деле. Ну я наоборот рада, что на записи не заметно, потому что как бы вам не видно все эти лаги бандиками. Это хорошо. Так, у нее осталось мало хп, но... Слушай, лучше поряталась, а не прыгала. Что? А, она пытается поставить. Ай, фигово. Так, давайте еще поломаем тогда булыжника накопаем. Что она не прыгнет, ну, на мою дорожку и не пойдет сейчас на меня. Давайте расстояем еще. Ну, мало жизни там уже осталось. Жесть, а у меня не блоков вообще. Слушай, как меня так застояло? Я не знаю, не хочу застояло-то, тем более, ну, их не так уж и много осталось. 30, конечно, да, в принципе, многовато, но боюсь, я прокашу их все и не будет фигово. Так, конечно, да, я отвлеклась, ты думаешь, типа, в этот момент можешь пока постоять спокойно, но ты ошибаешься, если ты так думаешь. Как она так... Какую стену проходит, я просто не понимаю. Лаги такие. Ну, тебе придется пойти сюда, чтобы поставить. Ай, как она хочет? Она хочет снизу поставить блок. Ну-ну. Давай же. Иди. Я на шипте, она меня не должна видеть. Что, заметила, да? Это вот и есть кексик. Не, по-моему, я не встречал ее до этого, хотя я не помню. Не встречала. Но это столько игроков каждый день вижу. Уже всех не запомнить. Так, не ешь там ты, пожалуйста. Я тебя проснулась. Я не достаю. Как так? А может там, наверное, зарегенилась по полному, да? Что делать? Сходить туда за деревом, а если она пока пойдет. И меня снежку, даже удочку. Может ПВП? Да. Так и будем, да. У тебя броня лучше, поэтому я не могу вставить ПВП. Сори, я сама не против ПВП, но... Когда у противника такая броня, это для меня значит проигрыш. Я не думаю, что я смогу ее забить, даже если я и так расстояла сильно. Алмазная броня против моей. Нет, тебе неплохо получается. Я так считаю, что я не пару, а просто... Ну да, not bad. А я тут была.
Блять, волки ставил после дерева, не брала, не ломала. Ух. Куда делать? Давай. Выходи. Я вижу ее. Вот я стоял еще. Долечу я, да. Супер. Знаешь что? Я встаю на сюрприз. То есть вторая она встаю. Не поймет, где я, да? Не понимаешь? Так. Еще немного, немного. Чёрт, нет, больше стрел. Ладно, давай забьем, забьем, забьем. Бу-б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 у. Есть! Все-таки затащила. Но это была жесткая серия, наверное, самая эпичная. Знаю, что было мало разговоров, но просто... Ну, по такому эпике тяжело что-то рассказывать, говорить. Вот она стала ежиком. Ой, сколько я в неё стрел запустил. Ладно, но на этом все. Поставьте, пожалуйста, за такую эпичную серию лайк. С вами был Инуся Плей. Ла-ла-лей.